Зачем ты пришла на этот матч? Увидеть феерическую игру энергии. Победу? Феерическую игру. Игру? Победу даже и речи не идет. Как насчет очередного красивого гола в топ-10 голов в месяце? Сентябрь начался, пора бы. Сам знаю. Готов забивать? Кризис. Он не только в деньгах выражается, но и в мастерстве. То есть из-за того, что курс рубля поскочил, энергия стала хуже играть. Да. Вон оно еще. Финансирование упало. То есть Абрамович меньше стал денег выделять? У нас не Абрамович, у нас Газпром. Газпром? Абрамович в том году. Тебе не стыдно, как болельщик ЦСКА, говорить про Газпром?